Привет. Привет. Я тебя слышу, наконец. Почему не слышно, мне все говорят? А теперь слышно? Я тебя начала слышать. Я тоже не могла подключиться к тебе. Не слышала. Сейчас слышно? Напишите, пожалуйста. И вроде меня слышно. Мне тебя слышно. Может, у них просто звук отключен? А, вот, уже слышно. Уже слышно. Вот. Может быть, наверное... у них звук был отключен. Нам надо... Вот. Там даже мама моя подключилась. Я не знаю, если она будет тренироваться. Или она просто захотела меня увидеть вживую. В действии, вон мама Динара. Пишет. Здравствуйте. Мама, привет. Моя, мне кажется, сейчас тоже подключится. Вот. Просто, может, сильные перегрузы сети бывают. Марион, you wanna work out with us? Там одна теннисистка к нам подключилась. We're gonna make a workout. Не пишет ничего. Ну ладно. Да. А ты что, не будешь тренироваться? Буду. Я готова. Что она пишет? Yes. Да, она готова. Вон она пишет. Готова, в форме сижу. Даже мама готова. И мама готова? Отлично. Этот комплекс подойдет и для мам. И для детей, и для мужей. Вообще. Поэтому можно... I'm ready. Me too, Marion. We're gonna start now in a few seconds. Ну чего, с чего начнем? Начнем. Ну давай начнем с того, что... Мы встанем. Да. Тебя видно? Тебя видно? Камеру подниму, а то мне нифига не видно, наверное. Так. Так, еще поднимем. Еще поднимем. Во. Так, я пока уберу в сторону свои причиндалы. Mm-hmm. Ну чего? Ну что, сегодня у нас будет ОФП, и мы сейчас разделим свою тренировку на три части. Первое, что мы будем делать, это разминаться. Да? У нас будет суставная разминка. Далее мы перейдем к основной части тренировки и поделаем упражнения, которые развивают силу и выносливость. Я, кстати, прям приготовила подушку. О, классно! Далее Динара нам покажет несколько упражнений из специальной физической подготовки, да, со своего вида спорта. И далее мы сделаем заминку и потянемся. Да, я готова. Все хорошо слышат? Динар, ты меня хорошо слышишь? Я сейчас отлично слышу, да. Ну, окей. Итак, пошли разминаться. Будем делать самые обычные упражнения, чтобы всем было понятно. Итак, наклон головы вправо. В исходное положение. Наклон головы влево. Наклон головы вниз. И поехали дальше. Вправо, влево, вниз. Вправо, влево, вниз. И таким делаем 5 раз. Вниз. 4. 3. 2. 1 раз. Хорошо. Дальше делаем вращение вокруг плечевых суставов. Ставим руки на плечи и пошли вращение вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выпрямляем руки, пошли вперед прямыми руками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Руки ставим вперед, параллельно полу. Начинаем вращение кисти вовнутрь. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Спускаемся на ноги. Пойдут вращения тазобедренного сустава. Начинаем с правой ноги. Поехали. Раз, два, три. Для кого тяжело, могут держаться за опору. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. И на левую ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Сейчас поделаем наклоны. У нас наклон будет идти к правой ноге, по центру, к левой ноге, в исходное. Да? Поехали. Наклон вправо, по центру, влево, в исходное. Выполняем дальше. Вправо, по центру, влево, в исходное. Колени прямые. Поехали. Раз, два, три, четыре. Таких еще пять наклонов. Оп, оп, оп. Встали. Четыре. Оп, оп, оп. Ага. Осталось три. Еще два. Хорошо. Закончили. Переходим к стопам. Начинаем круговые вращения. Стопы. Да, правы. Так. Чтобы увидеть. Сейчас я тоже. Сейчас, может, так лучше мне сделать. Что мы хотим сделать? Это можно выполнять как стоя, так и сидя. Я потом подниму камеру, а то у меня не... Давай, вращение. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обратно. Не обратно, давай поменяем немножко уже. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Чуть-чуть приподнимем теперь камеру. Сейчас такое более динамичное уже сделаем упражнение. Нет, мы только начали эфир. Антон спросил, давно эфир. Мы еще разминаемся. Мы только разминаемся. Сейчас еще одно упражнение, перейдем к основной части. У нас руки параллельно полу будут. На высоте плеч. Сейчас будем делать мах левой ноги к правой руке, мах правой ноги к левой руке. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Четыре, три, два. Супер. Динатка разогрелась. Да. Сейчас наши суставчики чуть мобилизировались. Далее мышцы разогрелись. Сердечно-сосудистая система и дыхательная запущена. И мы можем приступать к основной части тренировки. Первое, что мы будем делать, все упражнения будут самые обычные, да, мы будем отжиматься. Для тех, кто отжимается хорошо, делает это постоянно. Я, да? Отжимаюсь плохо. Мы с Динарой будем отжиматься с колен. Мы отжимаемся плохо. Да, да. Так, принимаем. Так, я тоже опущу. Положение. Упор лежа. Ставим на колени. Я чуть-чуть развернусь. Да. Мне просто не обязательно разворачивать. Поднимаем таз прижат, начинаем делать отжимания, делаем выдох, поднимаемся вверх. И пошли отжиматься. Два. Выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять.
Осталось 5. Отжимаемся, отжимаемся. 4, 3, 2. Крайний. Динара, я знаю, ты приготовила сегодня баклашечки, водичку. Да. Давай ее по назначению. Давай. Сейчас мы сделаем ягодичный мостик. Ага. Я думаю, тебе можно взять большую баклажку, но вы можете это упражнение выполнять как с весом, так и без веса. Какую-то баклажку возьмешь? Маленькую, большую? Ну ладно уж, большую. Давайте сегодня, Динара, берет большую баклажку. Мы ложимся. Исходное положение лежа на коврике. Руки у нас будут придерживать наш вес. Вес кладем на уровень лобковой кости. И начинаем поднимать таз вверх, зажимать максимально ягодицы и опускать их вниз. Ага. Поднимаем таз, делаем выдох. Возвращаемся в исходное. Вот, отлично, Динара, получается. Ты меня учила. А? Ты меня учила. Когда-то да. Так приятно сегодня это повторить. Нам осталось 15, 14, 13, 12, 10. Ага. Выдох наверх. Здесь можно еще одеть фитнес-резинку, у кого есть дома, да, и для дополнительного отягощения. Осталось 5 раз, да. 4, 3, 2. Крайний. Все, отлично. Возвращаем баклажку. Тому, кого дыхание чуть сбилось, тяжело, можно чуть-чуть отдохнуть, подышать. Вот, у меня сбилось. Мне надо попить. Попить водичка. Водичка всегда хорошо. Во время тренировки обязательно. Да. Чего дальше? Так, далее мы будем делать пресс, без которого не проходит, мне кажется, ни одна тренировка, да, мы ложимся на коврик. Будем делать обычное классическое отжимание, сгибание. Ага. Лежим на коврике, стопы прижаты к полу, колени согнуты, руки в замок за затылок, начинаем делать сгибание. Делаем сгибание, отрываем лопатки от опоры, делаем выдох. Возвращаемся в исходное. Поехали. Раз. Только поднимайте пресс за счет пресса, а не за счет головы своей. Нет, за счет пресса. А тут некоторые начинают тянуть голову свою. Сокращая прямую мышцу живота. Локти направлены слегка вперед, да? Руками голову не тянем. Хорошо. Да, тебе надо придумать тренировки в формате Zoom, чтобы мы все вместе тренировались. И ты могла всех корректировать. Это очень хорошая идея. Мы сейчас, кстати, уже практикуем. Осталось 10. Ты как-то считаешь криво. 8, возможно. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Крайний. Отлично. Мой пресс. У меня завтра будут кубики, да, уже? Нам раскроешь еще секреты своего питания, и точно будут. Это я про коктейль. Ага. Так, далее. Ты стеночку придумала, нет? Которая будет у тебя. Стульчик, чтобы сделать от стены. А у меня вот стенка. Сейчас я сделаю. Сделаешь, у меня тоже есть стенка рядом. Сейчас я подниму выше. У меня все есть. Сейчас мы будем выполнять упражнение. Я уже села, давай. Да, встать. Спина полностью прижата к стене, плечи упираются в стену. Угол в коленном суставе составляет 90 градусов. Для тех, у кого там проблемки с коленями, вы можете подняться повыше. И засекаем время. И стоим. Стоим, чувствуем, где идет у нас нагрузка.
Вина ребенка, а это нагрузка. Нога. Да, они уже трясутся. Так, сейчас я время засеку. А то такая убежала и не посмотрела. Кстати, теннисисты надо еще стоять на каждой ноге, но мне такое сложно. Они отрывают ногу. Ага. Но я такой сколько не секунд вы так стояли, Дина? Ну, я не помню. Это было давно. Сколько мне осталось? Осталось еще 10. Давай. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. Хорошо. О, боже. Теперь мы чуть как раз отдохнем. Ложишься на коврик и берешь бутылку с водой, я думаю, одну. Возьми ее параллельно, да, полу. То есть разверни ее. И будем делать мы разгибание рук на трицепс. А, давай я тоже покажу, как это делается. Правда, а вот моя бутылка. Вот так, да? Нет. Смотри, мы ляжем спиной на коврик. Пока мы сидели с стульчиком, мы устали, теперь мы ложимся, берем эту бутылку. А, в руки, вот так? В две руки, да. И мы четко фиксируем свой локоть, да, чтобы он у нас не убегал ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. О, у меня тоже есть бутылка. Она будет такой величины. Мы фиксируем свой локоть и начинаем делать сгибание в локтевом суставе. И разгибание. Сгибание. И выпрямляем руку. Выпрямляем руку, сокращаем мышцу. На усилии мы делаем выдох, поднимая вес вверх, делаем выдох. Это упражнение можно делать, конечно, с гантелями, но у нас карантин. Мы выходим из ситуации карантина, все, что под рукой. Да, называется попил, потренировался. Так, устали руки, Динар? Ну, еще могу раз 10. Давай 10. Кто с Динара еще сделает 10? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. И водичка, знаешь, там буль-буль-буль делает. Да. Давай крайний. Отлично. А? Бутылки мы ставим в сторону. Угу. Сами ложимся. Теперь ты к нам лицом ложись на живот. Ага. А, у нас будет лодочка. Ага. Будем работать на разгибателе позвоночника. Да? Вытягиваем руки вперед, руки прямые. Начинаем отрывать живот от опоры, делать сгибания. Да. Ноги у нас будут в этот раз прижаты. Давай без ног. Хорошо. Просто проработаем разгибатели. Делаем выдох, поднимаемся вверх и плавно ложимся. Вот Динара делает хорошо. То есть шею, голову не отрываем, да, вверх не поднимаем, чтобы не перегружать шейный отдел позвоночника. Угу. Поднимаемся на выдохе. Ага. Ты считаешь? 12. Ага. Сделаем еще 7, 6, 5, 4, 3, 2. Крайний. Отлично. Могу сказать из своего опыта, чтобы вам было как бы лучше фиксировать, когда поднимаете, сжимайте попу, тогда вы будете поднимать. Больше будет нагрузки на спину и не будет так болеть поясница. Да. Если держите попой как бы, ну, как бы жестко, то тогда ну, как бы включайте то, что надо, и не будет так не болеть поясница. Но мы ее здесь укрепляем как раз, да? Ну если да, но просто как бы за счет попы... Ноги прямые, да, то мы добавляем еще дополнительную нагрузку. Ну даже если когда так делаешь, когда попу фиксируешь, то... Как бы
я не знаю, как это объяснить. Ну, как бы это... Как бы получается более статично, но как-то более все четкое движение. А когда попы расслаблены, то ты как бы меньше баланса. А так за счет того, что ты сразу... Давай дальше пойдем. Что теперь? Дальше. У нас осталось 3 упражнения. Угу. Сейчас мы делаем статику, поддерживаем планочку. Соответственно, планка, любимое всеми упражнение, становимся опорой на локти, на носки, таз, пресс в напряжении, спина при этом прямая. Пресс не расслабляем, иначе пойдет нагрузка на поясницу. Нам она здесь не нужна. Так, ставим еще все время. Немножко засеку, а то продержу кого-то дольше, чем надо. Или не додержу. Да, напрягаем мышцы живота, думаем о том, как они у нас сокращаются, как становятся крепенькие, красивые. Динара, ты когда последний раз в планке стояла? В том году. Сколько еще осталось? Давай, я считаю до 10. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, стоп. Хорошо. О, боже. Осталось 2 упражнения и потом релакс. Для тебя. Кто-то не любит заключительную часть. Давай. Так, берем наши или баклажки 2, или, ну, бутылки 2, или 1 баклажку. У нас будет сейчас сгибание на бицепс. Ага. Так. У меня есть баклажка такая. Ну ладно, уж с тобой сделаю. У тебя на литр больше. Так, опускаем руки вниз, начинаем делать сгибание. Сокращаем руку, лаву, мышцу руки, возвращаемся в исходное положение. Итак, поехали. Раз, два. Корпус не раскачиваем, да, то есть не делаем заплёсты сильные. Именно работают только руки. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выдох, выдох. Еще 5 сделаем. 4, 3, 2. И последний раз остался. Ага. Возвращаем баклажечку на место. Угу. Сейчас у нас будет динамическое упражнение на развитие выносливости, да? Я его очень люблю в своей работе давать, как кардиоставку. Руки поднимаем вверх параллельно полу, да? И начинаем высоко поднимать бедро. Итак, сколько возьмем? 30 подъемов, да? Давай. Побежали 30 подъемов бедра, становимся на руку. 10, 20, 30. А еще? Стоп. Все, круто. Итак, у нас сейчас была основная программа тренировки. Для тех, кому мало, может повторить еще таких 3-4 круга. Да. А мы сейчас перейдем к растяжке. Давай я сейчас покажу 2 упражнения, которые мы делали. А, да. Сейчас мы ставим 2 упражнения. Смотрите. Специальных... Ну, это чисто теннисное упражнение, uh-huh. Вот. А, так как мы играем, у нас часто баланс то на одну ногу, то на другую. Ну, вообще, в идеале использовать такую подушку. Вот она стоит копейки. В принципе, она многофункциональна. Ставим ее на пол. Так, ее видно? А вот. Можете дальше, да. Ага.
Для начала самое первое – это попытаться удержать баланс. Да, потому что вас будет трясти, у вас будет включаться все. Вот. И дальше, по мере вашей уже как бы готовности, вы можете делать разные упражнения, да? Вы можете потихоньку приседать. Также включается здесь очень полезно, потому что включаются стопы, голеностоп. Здесь работает действительно все. Это на правую ногу, то же самое на левую. Но это людям на будущее. Если вы купите такие две, вы можете даже приседать с ними. Это вообще будет бомба. Это, знаешь, такое мини-боссу, да? А? Мини-боссу такое. Да, как... но просто боссу стоит космических денег, как бы, а это, в принципе, она стоит, там, не знаю, 1000 рублей, может, меньше. Да, да, да. Класс. Поэтому... Она намного меньше места занимает, потому что боссу дома поставить. Да. Много вот, места. И то же самое делаешь. И еще, как бы, ну, такое у нас мы любили делать в теннисе. Так как у нас тоже задействованы часто косые мышцы, ну, я сделаю с большим весом, да, как бы я это привыкла делать. Вы отрываете ноги от земли и делаете вот. Таких, ну, там тоже зависит от вашей физической формы. Там, не знаю, можно начать... 7 на каждый, и так каждый раз увеличить, ну, дойти до 15 на каждую сторону, так всего 30. Да, это будет... это упражнение обязательно для тех, кто подготовлен. Кто новичок, такое лучше, да. Да, лучше не брать. Изначально можно это делать без веса. Вот, еще как бы упражнение такое, оно, в принципе, очень хорошее. И мы делали уже его на трицепс, да, но мы делали с положения лежа. Вот, но можно... потому что, как бы, мы знаем, женщины с возрастом здесь ослабевают мышцы, и на самом деле не всегда красиво. Вы берете вот эту, ну, бутылку воды, просто, вот, и вы также можете либо гантельку, вы фиксируете и только поднимаете руку, и у вас очень хорошо работают вот эти все мышцы, чтобы у вас не было здесь дряблости, потому что даже я... 33, иногда смотрю, так думаю, надо подкачать ручки, поэтому это будет... Знаешь, потому что в обычной жизни у нас трицепс как бы нигде не включается, мы же пакеты не носим с магазина. А надо! Да, на трицепсы детей, пакеты, сумки, а трицепс, знаешь, надо прицепить какое-то коромысло из магазина. Вот так идти теперь. Вот, да. Поэтому вот это вот очень... Ну, обязательно фиксируйте локоть, чтобы у вас четко было упражнение... Только трицепс работает. Да, чтобы не было негативной нагрузки, потому что да. Если локоть не фиксирован, начинается за счет веса негативная нагрузка. Ага. Ну что, водички потянемся? Да. Угу. Растяжку тоже сделаем, самую обычную, да, чтобы мог каждый ее повторить. Да, конечно. Вот, начнем сверху и спустимся вниз. Да. А, ну ты, в принципе, давай стоя, да, сделаем. Как хочешь, можем потом сесть. А потом сядем. Пошли плечи тянуть. Фиксируем рукой локоть, а тебя не видно. Да, повыше будет. Я слишком высокая. Это очень хорошо. Пошли. Сказала Галя, которая сильно маленькая. Да, тянем плечо одной руки. Мы всю уже тренировку выполнили, стараемся быть максимально расслабленными. И тянем другой. Динар, там в вопросиках спрашивали, как называется эта подушка. Ой, я потом скину, я на Озоне покупала, честно не помню, как называется, потом сделаю фотку и скину. Хорошо, пошли 30. Руку назад и локоть тянем вниз. Хорошо. Меняем. Восстанавливаем дыхание после своих бегов, кардиовставок. Хорошо. Переходим на грудь. Вот я вижу, у тебя там рядом шкафчик. Да? Куда я могу опереться? Я стену, кто-то с дверной проем, да?
ставим руку и начинаем тянуть себя в обратную сторону. Растягиваем максимально мышцу груди. Хорошо. Меняем сторону. Отлично. Теперь поднимаем руки вверх. Так. Ножку одну назад. И начинаем растягивать мышцы живота. Да. Тянемся. И в обратно. И другой ногой. Теперь меняем. Хорошо. Так, теперь давай сместимся на коврик. Да. Так, теперь, так, мы потянем спинку, давай, наверное. Изначально сделаем, как она в йоге называется, поза ребенка. А, ну можно так. Ну можно еще, в принципе, вот так тоже хорошо тянуть. Я тоже люблю, в принципе, чтобы это... Можно просто захватиться. Да, захватиться. И вот тянешь туда вот так. Давай так сделаем. Округляем спинку. Также у нас здесь растягивается внутренняя поверхность бедра. Ага. Так. Ну что, давай позу ребенка сделаем. Сядем на ножки. Ягодицами на пятки садимся. И уводим ладони вперед, максимально растягивая спину. Шире, 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 шире. Вот прямо хорошо-хорошо становится. Теперь ложимся на коврик спиной. Ладонью упираются у нас в пол. И закинем прямые ноги назад. Я помню, у тебя это упражнение в фотку где-то. Да. Стараемся делать акцент, опору точнее, на плечи. Плечами упираемся, не шеей. Да, и максимально тянемся. Так, плавненько-плавненько возвращаемся в исходное. Можно покататься на спинке. Да, можно покататься, кстати. Спинка у нас при этом круглая. Коленочки мы охватываем за бедро и катаемся. Так, далее. Давай на ножки спустимся. Ложимся на живот. Лицом вниз. Хватаем себя за стопу одной ноги. И максимально начинаем плавненько тянуть себя и растягиваем переднюю поверхность бедра. Кто там супер растянутый, может начать поднимать ногу. Да, я... коленочку чуть приподнимать. А-а-а. Давай менять. Хорошо. Теперь сядем. Сядем и будем тянуть заднюю поверхность бедра. Давай это сделаем на фоне. И спину потянем, и заднюю поверхность бедра заодно. Стараемся ноги держать в коленях прямые, да? Максимально с выдохом растягиваться вперед.
Итак, у кого есть рядом опора какая-то, да, можем растянуть больно еще. Ага. Ну, я так вытяну. Ставим носочек на опору и максимально выпрямляем ногу. Так, чтобы наша голень растягивалась. Одну ногу и другую ногу. Так, отлично. Теперь камеру настраиваю на тебя. Ты сегодня молодец. Ура! Скажи, а вот, я знаю, ты сейчас йогой очень увлекаешься. Из йоги какие классные есть упражнения для растяжки? Ну, которые люди могут использовать. Никакие, не такие сложные, а именно классные, вот как ты считаешь. Ну... Как сказать, когда ты начинаешь практиковать йогу, ты немножко понимаешь, что там нет такого, какое именно, потому что это идет одно за другим. Это такое как бы... Нет, это не физкультура. Это действительно... Я поняла, знаешь, я практикую функциональный тренинг, и упражнения, например, у нас говорят, вот это упражнение к нам пришло из йоги, это упражнение к нам пришло из йоги. Ну, скорее всего, это такое... Ну, упражнение, в принципе, оно полезное тоже, как бы, да? Для растяжки. Это растяжка пресса, ну, я думаю, ты это тоже знаешь, да? Да, да, да. Ну, покажи нам. Его ты когда ты... Как бы, ну, ты должен себя как бы вытянуть. Ага. И растягиваешь вот... Мышцы брюшного пресса, да. Да. Вот оно мне тоже нравится. Вот, вот это. Ну, я очень люблю позу собака мордой вниз. Да, да. Я, наверное, ради него просила. Да. Но чтобы его правильно делать, да, очень нужно держать в сильном тонусе ноги. Ноги не должны быть расслаблены. Очень важно, чтобы именно квадрицепс бедра был включен. Вообще в йоге всегда ноги должны быть очень сильно работать. Ну, поэтому здесь как бы получается, ты отталкиваешься и ногами, и руками, чтобы сделать такую вот. И тогда ты начинаешь уже больше и больше свою спину прижимать, живот к бедрам, и ты больше чувствуешь растяжение спины. Вот. Смотри, каждое утро мы видим у тебя в сторисах твой напиток. Расскажи. Да. Я не знаю, я стала пить по утрам сок свежевыжатый, сама делаю. Одно время пила просто сельдерея, потом пила из огурца. Вот, ну, мне посоветовала мой учитель по йоге. Вот. А потом что-то я как-то приспособилась, мне действительно очень нравится. Но я сейчас смешиваю, делаю сельдерея, огурцы, имбирь, лимон. Не знаю, мне нравится как-то свеженько и бодренько начинать утро. Надо попробовать. Я сказала, еще не попробовала. Вот. Сейчас, подождите. Алло, алло. Пока можно вопросики задать, кто хочет. Да, а вы можете нажать, пожалуйста, 13 колокольчик и оставить у консьержа? Спасибо. Вот так. Чего еще? Я готова. Вопросов нету? Или есть вопросы у кого? Нет, может, их. Сейчас я полистаю. Кто там написал? Девчата, спасибо за позитив. Спасибо вам, что были с нами. Наталья, вам тоже спасибо. Так. Какие вы классные. Динара недавно приезжала в Смоленск. Здесь тебя очень полюбили. Спасибо. Так что приезжай к нам еще. Да, как карантин закончится. А что... Алло, алло. Для Динары. Спасибо. Так. А кто написал кан? Как это называется? Что именно? Я не поняла. Называется та подушечка, на которой ты выпадаешь. А, все, я ему потом покажу. Я не помню, как она называется. Какая-то балансировка. У меня такое чувство, что я ее где-то видела уже. Вот. Но она обычно, мне кажется, продается всякие.
ладно. А она продается вот в реабилитационных тоже центрах всяких. Она полезна, на самом деле. На самом деле, с ней еще круто делать пресс. Всякие ага. для баланса, да, вот, допустим, вот так вот под попу положил, да, сел, и тоже попытайся удержать баланс, да, вот, все будет работать. Да, да, в статике тоже круто. Да, поэтому, на самом деле, я говорю, мне она больше нравится, чем боссу, потому что боссу она занимает очень много места, она, честно, ну, как бы, да, круто, красиво, но если ты в спортзале, а если дома, ее можно куда угодно засунуть. И, в принципе, ты можешь регулировать. Здесь, по-моему, где-то есть этот, а здесь нет. А есть, да. Можно регулировать воздух, как бы, и ага. ты уже полегче, послабее. Да. Меньше и больше воздуха. Да. Супер. Спасибо тебе за сегодняшний эфир, за тренировку. Тебе спасибо за тренировку. Да, поэтому я буду ждать, а скоро уже начинается марафон. Ой, да. Да, вот, поэтому... Я вообще надеюсь, что все пойдет хорошо, что будет много участников. Все равно все сидят дома, поэтому почему бы не потренироваться? Вот, поэтому я жду, что у тебя будет много. Если что, меня зови. Я буду подключаться. Не запускается мой сайт, на котором отлично. Будет вся подробная информация по марафону. Все. Так что все заходите, Гали. Хорошо, хорошо. Хоть и знаешь, что ты сейчас... В таком своем... Я ловлю зен. Мире. Вот. И это приятно, потому что у тебя сохраняется своя гармония. Спасибо, спасибо. Да. Все, спасибо тебе большое. Давай, пока-пока, на связи. Пока-пока. Давай, пока. Чао.